Красноярцы смогут напрямую улететь в Шри-Ланку. Хорошую новость для любителей путешествий песочных пляжей сообщили туроператоры. Раньше добраться до острова в Индийском океане можно было только с пересадкой в Москве, но с 11 ноября из Красноярска появятся прямые рейсы в Коломбо. Проходить будут раз в 10 дней. Сейчас на старте продаж отправиться в Шри-Ланку на 9 дней с проживанием можно за 56 тысяч рублей с человека. Через Москву услуга стоила 90 тысяч. Туроператоры предупреждают красноярцев, что перед вылетом нужно поставить прививку от ковида или сдать ПЦР-тест. Добавлю, с марта на острове идут массовые протесты из-за экономического кризиса. Местные требуют отставки правительства. Но если к ноябрю все успокоится, туроператоры прогнозируют красноярцам хороший отдых. Прекрасное направление — Юго-Восточная Азия. И оно замечательно тем, что это шикарные песчаные пляжи, это богатейшая экскурсионная программа, это вкусные еда, морепродукты. Поэтому я уверена, что красноярцы по достоинству оценят это направление.